Всем привет! Впереди выходные, а значит, самое время задуматься, чем себя занять. Какая программа подготовлена в Самаре, расскажем в нашем обзоре прямо сейчас. На этой неделе открылась выставка «Логика разрыва. 50 лет искусства фотографии в Самаре». Организаторы уверены, что самарская фотография особенная, со специфическим философским взглядом художника. Авторы и фотоклубы последних 50 лет будут представлены в галерее «Виктория» до 14 февраля следующего года. На персональную выставку художественный музей самарцев приглашает Борис Чёрствый, автор многочисленных проектов и установленных в разных городах России памятников, в частности, памятника воинам-интернационалистам в Самаре. Обладатель звания заслуженного скульптора России. Он оставил миру удивительные по красоте работы, уникальные произведения современного пластического искусства. Суббота – прекрасное время, чтобы почитать стихи. Открытый микрофон пройдет в галерее «Виктория». Участвовать будут как известные самарские литераторы, так и люди, не имеющие отношения к литературной среде. Прозвучат произведения самого разного формата, жанра и авторства. Джазовый вечер пройдет вечером в воскресенье в особняке Антона Шахабалова, что на Ленинградской, 77. Щепотка уличной романтики, разбавленная новоорлеанской экзотикой, превратит обычный вечер выходного дня в праздник. Начала работу выставка «Многоголосие. Современная печатная графика Южной Кореи», организованная в честь 30-летней годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея. В художественном музее представлены произведения 32 мастеров разных поколений, демонстрирующие широкий спектр художественных направлений и творческих поисков в республиканском искусстве 50-х годов прошлого века. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!